кому придет в голову закончить жизнь тут? Ну, если не знать, что это начало. Басим, спустя 1000 лет выглядишь ты не очень. Так же, как в Анимусе. Так же, как в Анимусе. Это Вальгалла Эйвор. Или ее симуляция. Так что я ищу? И узнаю ли это? Что-то не так. Что это? Это все вы? Вы нагружаете механизм до предела. Мы не умрем. И все придет. Хозяину во благо. И кто ваш хозяин? Он здесь? Они мне льстят. Я лишь гость в их мире. Сплетение желаний и надежд. Басим, ты отправил послание. Привел нас к могиле Эйвор. Да. Вас оно обнадежило, правда? Но как? Ты здесь уже 1000 лет. Тебя заперла тут Эйвор. Это так. Но я здесь отнюдь не один. Не всегда. Мне помогает друг, и мы вместе сидим над расчетами. Вычислив место, где покоится Эйвор, я связался с вами. И привел сюда, поймав цифровой сетью, оплетающей землю. В наши дни так был объединен весь мир. Единый суперорганизм технологий. Жезл, что ты носишь, храмы, где ты была. Все это говорит об одном. Позволь показать тебе. Я подозреваю, что тут тебе можно все. Не так много, как кажется. Я привязан к этому телу самым неприятным образом. Но ты можешь замедлить машину. Ты знаешь, как она работает. Да. Мы сделаем это вместе, ибо придет новая катастрофа. Корректировки в этом временном узле всегда ужасны. Попробуй. Тебе трудно верить. Думаю, ты сам знаешь. Можешь не верить. Но больше мне нечего предложить. Черт возьми. Ну все? Готово? Басим! Где ты? Что это? Стоп! Стереть все. По новой.
Лейла, здравствуй. Ты меня знаешь? Да, я изучил расчеты. Здесь, в сером. 8 лет назад шансы твоего появления были 15 триллионов, 55 миллионов, 3276 к одному. Годы шли, шансы росли. Вчера они уравнялись. Рад наконец-то встретиться. Кто ты? И что это? Я тот, кто изучает расчеты. Варианты будущего для тебя и этого мира. Большую часть своей новой жизни я анализировал их, искал способ закончить то, что мы начали. Начало здесь. Ты замедляешь механизм и спасаешь мир. Дальше варианты будущего. Миллионы миллионов возможных путей. Но все они ведут к еще одной катастрофе. Узел разрушается, мир исчезает. Человечество перестает существовать. Я должен искать дальше. Должен найти решение. Должен что-то дать тебе. Этот узел? Момент, когда я замедлила механизм? Да. Я начинаю свои расчеты из этой точки. В ней я уверен. Но это ограничивает. В смысле? Что если вернуться в 2012-й, когда Дезмонд спас мир? Дезмонд? Что если он не спасет мир? Что если он оставит его погибать? Посмотри на эти варианты, изучи их. А, да. Интересная идея. Невероятно. Миллиарды и миллиарды новых вероятностей. Именно. Прошлое которого не было, но могло бы быть. Если бы Дезмонд позволил уничтожить мир, возможно, те, кто выжил, вынесли бы урок из этой катастрофы. И, возможно, в одной из временных линий они нашли бы способ сделать так, чтобы это не повторилось. Это гениально. Как ты пришла к этой идее? Если слишком долго сужать границы возможного, можно забыть о том, что есть еще и невозможное. Спасибо тебе, Лейла. Это только начало. Нам нужно проверить кучу данных. Ты остаешься. Да, пока не найдем что-нибудь полезное. Не хочу, чтобы это повторилось. У тебя мало времени, Лейла. Механизм отключен, но радиация останется на десятки лет. По моим подсчетам, у тебя есть 73 секунды, потом тебя не спасти. Я не боюсь. У меня жезл Эдема. Он исцелит и защитит. Нет. Нету. Что? Как? Ну, конечно. Ну, конечно. Черт. Ладно. Вместе мы найдем решение. Сколько бы это ни отняло. Если это значит, что мне не уйти, а к тому и быть. Ради тех, кому я сделала больно. И тех, кого люблю. Да. Я тебя понимаю. Ну что, продолжим? 10 миллиардов вариантов — это долго. Да. Но это не будет в тягость. Преимущество этого места. Ярость бури здесь? Нет, родная.
Остались лишь мы. А Лейла? Наследница памяти сыграла свою роль. А теперь нас ждет новый мир. Шон, Бека, я... У меня был выбор, и я выбрала остаться. Вы захотите знать, где я, и существую ли вообще? Не знаю, что ответить, но я не боюсь, и я не одна. У нас есть работа. На нее могут уйти дни или годы. Предсказать невозможно. Но мы ее закончим. Почему я это? Не надо меня искать. Слишком опасно и слишком поздно. Береги себя. Тебя и мир, который у нас есть. И берегите. Видите, она в порядке. В каком-то смысле. В некотором роде? Господи, надо ее найти. Вы не слушали? Ее не нужно спасать. Херня. В любом случае, спасать там нечего. После стольких лет. А виноват ты. Ты бросил ее там. Это немного слишком, правда? Я сам в том же положении. Нет, нет. Даже не сравнивай. Мы теперь ассасины? Не незримые? От арабского хашишия. Есть ли у нас наставник? Этот обычай сохранился? Да. Имя? Уильям Майлз. Уильям Майлз. Я хочу встретиться с ним. Приведите его сюда. Можно позвонить. Хоть сейчас. Линия безопасна. Без технологий. Лицом к лицу. Встреча умов. Пора бросить вызов этим тамплиерам, как вы их зовете. Я никуда не денусь, друзья. Ваш анимус в надежных руках. Ты знаешь о нем? Детка, мы изобрели такие вещи за много лет до вас. Я разберусь. Ладно. Славное местечко, Эйвор. Не все могут выбрать место смерти. Победа была твоя. Не знаю, как так вышло. И все же я жив, а ты нет. И я могу взять все, что захочу. Твои воспоминания, твои навыки, твои тайны. Они все мои. И используя их... По назначению. Найду своих детей и вновь соберу свою семью. Я тебе почти завидую. Такой здесь покой. Привет, дружочек.
Инструменты, орудия пыток. Все сразу? Этой штуки даже нет телепатического интерфейса. Неужели все только вручную и голосом? Держись, любимая. Нам открылся новый мир. Едва я освоюсь, нас ничто не сможет остановить. Просачивание должно начаться быстро. Всего пара дней. Что ж, начали. Держись, Эйвор. Туве. Вы дома. Видно, мы пропустили пир. Эйвор. Присядь. Отдохни. Сигурд. Прошу.
Слава богам! Вы вернулись. Целы и так же сильны. И вы смогли найти то, что искали? Да, мы смогли. Но то не наша судьба. Ты чего? Я... Эйвор вернулся! Идите все сюда! Ну! Похоже, тебе не спрятаться. Эйвор? Рандви? В чем дело? Что-то произошло? Наш ярл вернулся, чтобы вести нас навстречу неизвестности. Поговоришь с людьми? В час радости льется песня. И пусть сердца наши вторят ей. Когда... Нет. Вы мне нужнее, чем я вам. И я прошу вас лишь одно. Требуйте от меня лишь честности. Внемлите залы королей. Помчится песнь конем морей. Поэтов мед я в чашу лью. Хвалу и честь тебе пою. Вся жизнь война за часом час, пока не гремит один нас. Кто запоет и вспомнит зал. Кто в битву шел, кто в битве пал. Кто запоет и вспомнит зал. Кто в битву шел, кто в битве пал. Сигурд. Эйвор, прежде чем ты продолжишь говорить, дай высказаться мне. Мы с Рандви больше не женаты. Жаль это слышать. Не стоит. Мы очень ценим друг друга. Но наш брак был построен не на любви. Нас свели вместе, чтобы обеспечить мир. Я был ей обещан раньше, чем мы встретились.
Мы пытались уладить разногласия и полюбить друг друга. Увы, не вышло. Поэтому пришлось расстаться. Но мы продолжим трудиться вместе ради клана. Тогда я рад за вас. И за всех нас тоже. Без вас двоих мы бы многое потеряли. Эйвор! Посмотрим на карту союзов. Хамптоншир. Последний оплот саксов. И хорошо охраняемый. Король Альфред готовится к войне. Тебе придется непросто. Альфреду тоже. Ярл Гутрум со своим войском там? Да, там. Они с Убой собрали внушительное войско и скоро начнут наступление. Если мы их поддержим, Англия станет нашей. Языческой землей под присмотром множества богов. Я отправлюсь в Хамптоншир и встречусь с Гутрумом. Соберем союзников на берегу Темзы у границы Шира. Ладно. Пусть боги разделят с нами эту победу. В чем дело? Эйвор, останься. Прошу. Все знаки и знамения ужасны. Если уйдешь, то обречешь нас всех. Говори, Валка, что ты видела? Я бросала кости, перебирала потроха зверей и в паре, что шел от них, увидела конец всего. Ты можешь победить в битве, но не в войне. Твой враг подчинит тебя, а надежда обратится в скорбь. Такова участь всех нас. Спасибо тебе, Валка. Но я не могу следовать столь тонким нитям судьбы. Я должен идти ради друзей и союзников. Я не отступлю. Что ж, иди. Только берегись. И знай, что твой дом будет совсем иным, когда ты вернешься. Что сегодня? Советую купить. Нет, правда? Пользуй с умом. Думаю, это будет отличный выбор. Больше ничего не куп. Мне пора. Всегда тебе рада, Эйвор.
Эйвор, ты пришел на зов Гутрума. Рада тебя видеть. И я тебя. Сейчас перемирие, но я вижу, что люди жаждут сражения. Кровь уже пролилась? Нет, мы взяли Верхом без боя. Мы следуем за Гутрумом, а саксы за своим лордом. Значит, крепость для него не самое главное? Гутрум хочет договориться с саксами? Если это возможно, он заключит мир без боя. А у него получится? Сейчас они в церкви, сидят сложа руки. Слова, слова. Я провожу тебя туда. С кем разговаривает Гутрум? С Альфредом? Ага. Король западных саксов согласился на переговоры. Мы загнали его в угол. Гутруму следует быть осторожнее. Альфред хитер, как Локи. Гутрум не сосунок какой-нибудь, Эйвор? Как и Альфред. Если он здесь, значит, это часть его плана. Тогда помоги нам. Поддержи Гутрума, покажи силу. Тогда король пахарей скоро нам покорится. Мы с легкостью взяли эту деревню. Не вздумай бросить мне вызов, король. Я вижу, как ты силен и хвастлив, Гутрум. Но мы ведь уже все решили. Что еще тебе нужно? Корона Уэссекса. У Уэссекса есть король, благословленный самим Всевышним. Оставь свои бредни, Дан. Гутрум не ведет переговоров с такими, как вы. Ваши слова лишь тени ваших мыслей. А, Эйвор. Наш острый молот снова здесь. Я дал вам серебро, чтобы вы покинули Верхем. Вы поклялись на кресте и своем языческом молоте. Мы отпустим ваших людей только тогда, когда вы вернетесь в ту дыру, из которой выползли. Скажи еще хоть слово, я скормлю твой язык ворону Эйвора. Устроим обмен, ведь у нас твои яйца. Вам еще не надоело браниться? Если Гутрум дал тебе слово, он его сдержит. Мы уйдем из города. У вас ровно день. Не испытывайте терпения короля, или наше войско вернется в Верхем. Если сомневаетесь, знайте. Река Эйвон возле Уффинтона окрашена кровью ваших соплеменников. Их предводитель, что там кричали, когда он пал? Улла, Убба. Точно, Убба. Помни, я дал тебе серебро. И надеюсь, что ты сдержишь слово. Ждать, пока вы уйдете, я буду в Чиппенхэме. Убба мертв? Не может быть. Боги, если это правда, я сдеру с этого сакса шкуру! Пусть Альфред говорит что угодно. Его ложь ему не поможет. Когда эти вести услышат весь лагерь, саксам не сдобровать. Ты поклялся на кресте? Плевал я на этого молокососа. Я как никогда хочу лишить его короны и головы. Винчестер и Альфред использовал меня. Пусть теперь предатель познает вкус предательства. Мы сожжем эту деревню дотла, а после займемся Альфредом. Сжечь Верхем! И пусть саксы сгорят вместе с ним! Сейчас я выпотрошу тебя, свинка!
толпу! За каждого убийцу! Выше пламя! Сожжем все! Каждого убитого вами норвежца я убью десятерых ваших! Ты не зашёшь, Берхем, тварь! Подожжём Берхем! Господь мой Иисус, помоги мне в борьбе с язычниками! Сын нашего Бога, стой! Пусть месть направляет вас! У вас нет чести, да? Вам не забрать нашу землю! Слишком поздно! Наши боги велели... На их молитвы никто не ответит. Надо найти Сому. Погони не будет. Им нужно тушить пожар. Деревня сожжена, Сома. Славно, мы уходим. К востоку отсюда в лесу есть руины. Ну же, шевелитесь! Впереди саксы! Сдохни! Долго тебе осталось! Назад! Дело с горой, саксы! Забился в нору, как мышь! Тише! Уцелевших режьте! Всех, кого встретим, отправляем к их богу! Идем дальше! Нас ждет тебя! Убил! Ну что, с двух сторон, брат? Еще саксы! Готовьтесь! Руины близко! Вперед! Каждый сакс жаждет встречи со своим создателем! Ты в руках Одина! Спасибо, Эйвор. Можем перевести дух. Расскажи, что знаешь про того ломателя колец. Тролль он кривой. Альфред хитрее лисы. С виду вроде хилый, но духом силен. Одолеть его будет непросто. Гнев подпитает мое войско и клан. Этого мало. Нужно найти слабое место. Да. Затем я тебя и позвал.
Неужто ты упустишь возможность убить короля Саксов? Сперва расскажи, что ты хочешь делать. Альфред упоминал Чиппингхэм. Грязная дыра, овцы да пахари. Почему туда, а не в Винчестер? Твои лазутчики наверняка знают. У Саксов там праздник в честь их Христа. Альфред будет на нем прохлаждаться, пока Уба лежит мертвым в поле. Я призвал союзников, чтобы помогли нам в битве. Но должен знать, куда их отправить. Нам точно нужно в Чиппингхэм. Точно. Но мне тоже нужно будет собрать людей. Альфред взял многих в заложники. Если получится их спасти... Где они? Мы сегодня и так многих потеряли. В одном месте за лесом. Его зовут Хамптонской заставой. Сома, скачи к Темзе и веди моих друзей на юг. Они, верно, уже собрались. Ладно. Идите к реке, что течет в Чиппингхэм. Остальным встать лагерем тут. Я звал тебя Годи Вороньих Жертв. В Порчестере ты был бешеным, как Тор. Но теперь ты настоящий вождь. Нам много предстоит сделать, Гутрум, прежде чем можно будет пить мед и петь песни. Если Уба мертв, я прикончу Альфреда голыми руками. Твой гнев нам ничем не поможет. Тому, кому нужен трон, нужна и стратегия. Или бешеная ярость. Я везде отыщу Альфреда. Во мне горит пламя мщения. Помнишь, кое-кто говорил мне, что мы не бросаемся навстречу смерти? Мы застаем врага врасплох и бьем наверняка. Обращаешь мои слова против меня? Я часто вспоминаю их в трудные времена. А Сигурд? Твой брат вновь с тобой? Его история длинна, а у нас мало времени. Нам будет тяжело укротить Уэссекс после победы над Альфредом. Ты его как будто уважаешь, Эйвор. Я начал понимать, что доля правителя нелегка. Сложно не понять, когда в твоих руках оказываются чужие жизни. Осмотрись вокруг. Так, вот и застава. Заложники, наверное, в тех зданиях. Нападут, как только увидят. Можем пробраться тихо, не тревожа стражников. Или я просто нападу со своими людьми. Положусь на твой выбор. Хватит Хватит прятаться! Нечего жалеть этих саксов. Все вместе! Твои люди. Делай, как я. Идите в лагерь у Чиппингхэма. Там найдете своих. У Чиппингхэма есть лагерь. Идите туда. Если...
Вы люди Гутрума? Да, освободишь. Будем драться за тебя. Спасибо. Да хранят тебя боги. Я убью всех саксов, что глумились надо мной. Обязательно, но не торопись. А пока иди в лагерь рядом с Чиппенхэмом. Спасибо, Эйва. Ты сделал большое дело. И семьи точно за тебя выпьют. Благодарность мне не нужна. Поговорим, когда будем в безопасности. Здесь безопасно. Поговорим утром. Иди пока в лагерь к своим. Нам нужно как следует подготовиться. Столько отваги и твердости. Неплохо. Ты повзрослел с нашей последней встречи. Ты был прав на мой счет, Гутрум. Хоть и суров. Но дважды я одной ошибки не сделаю. Как поживает Сигурд? Он изменился. Но теперь он хотя бы не у Фулки. Это уже хорошо. Не зря ли это, как ты полагаешь? Все, что мы тут делаем. Все, чем мы жертвуем ради этой земли. Иногда мне снится вспаханная земля. И кровавые всходы, что отравляют нам будущее. Нужно верить, что не зря. Всех нас ведет судьба. Но это еще не повод опускать руки. А, что ж, грядет наш последний бой. Мы ждем тебя в лагере. Кейвон, к западу от Уффентона. Боюсь, это так, но все равно стоит проверить. Что, англы гладкощекие, привели с собой мамочек? Моя мать стоит 10 ваших мужчин. Не сомневаюсь. У вас женщины крепкие, как коровы, а мужичье только себя теребить гораздо. Вы бы друг другу понравились, Вилли. Все лучше, чем ваши Тены с их кислыми рожами.